А дальше? И вы на канале Baby Go. Сегодня у нас часики. Мы будем учить время. Попробуем собрать пазл. Может быть, поотличаем цвета. Расскажем разницу большой и маленькой стрелки. И немножечко попробуем рассказать про азы времени. Вот такие у нас часы. Дэн. Дэн у нас любитель. Это у нас две стрелки он крутит. Есть стрелка минутная, есть часовая. В более сложных часах есть еще секундная стрелка. Динечка, смотри, вот эта стрелка часовая. Она у нас показывает время от 1 до 12. До 12, все правильно. А вот эта стрелка минутная. Она бегает вот по этим кружочкам. По кружочкам, вот у нас между 12 и 1 5 кружочков. То есть это у нас 5-минутки. В часе у нас 60 минут. То есть у нас вот здесь на картинке 60 таких кружочков. И каждый 5-секундный кружочек отмечен красным. А вокруг часиков у нас еще и пазл, Дэн. Да, мы с тобой можем заниматься, кроме как временем, еще и раскладыванием пазла вот с такими замечательными клоунами. Вот такие у нас клоуны. Дэн, давай какое-нибудь время с тобой выставим. Вот, Дениска поставил без 2 минут 5. А если быть точным, то это 16 часов или 5, или 4 часа 58 минут. Потому что у нас 58 кружочков до 12. Дэн, давай мы с тобой попробуем какую-нибудь ровненькую цифру выставить, и ты мне скажешь, какие числа мы здесь используем. Давай, так и вот так. На какие циферки карандаши показывают? Какие вот это циферки? Вот это и вот это. И вот это, вот это. Да, вот это какая циферка, на которую карандаш показывает? А с другой стороны? 3. Друзья, у нас сейчас часы стояли на 9 и на 3. И ребенок, в принципе, может уже, по крайней мере, понять, что одна стрелочка показывает на 9, а другая на 3. День. И самое главное, помни, что у нас с тобой в сутках 24 часа, в половине суток 12, то, что показывает наш циферблат. У нас есть день и ночь, а в одном часе 60 минут. И помнить, что у нас есть часовая, минутная и иногда секундная стрелка. Дениска, а ты обратил внимание, что у нас еще замечательный цветочек здесь? Да, и мы можем с тобой, кроме времени, еще и цвета изучать. Вот смотри, мы сейчас карандашики оба выставим на... вот этот цвет. Это какой у нас с тобой цвет? Как? Вот этот, смотри. Вот сюда мы сейчас на какой цвет поставим карандаши наши? На какой цвет? На зеленый. Давай, на зеленый поставим карандаши. Вот, видите, друзья? Вот это зеленый цвет, а вроде цифры 7. И мы оставили вот сюда карандаши. Так, Дэн. А смотри, пока папа показывал, у нас с тобой все фигурки выпали. Давай попробуем собрать пазл. Ремонт. Правильно. Нам нужен ремонт карандашей. Давай сейчас отремонтируем карандаши. Так, тик-так. Тик-так. Ремонтируем карандаши. Все. Давай попробуем расставить наши фигурки. Ну, давай пока без часиков тогда, хорошо? Давай пока их уберем. И попробуем собрать наш пазл, Дэн. Кто куда? Давай я начну. И мама тебе чуть-чуть поможет. Давай искать примерно форму подобную. Вот я нашел одного из клоунов место. Куда я этот должен подойти? Мама поможет нам клоуна поставить.
Мама. Нет, соседний. Динчик, какого клоуна дальше будем вставлять? Давай вот этого клоуна поставим. Где его место? Вот здесь, правильно, вставляй его сюда. Давай, мама тебе поможет сейчас. Так, еще у нас осталось сколько клоунов? 1, 2, 3, 4. Какого дальше клоуна будем ставить, Денис? Вот, это. Вот этого. Куда его надо поставить? Вот сюда. Вот сюда. Правильно. Смотрите, друзья. Еще 3 клоуна, день. Еще 3. Давай вот этого. Куда его надо? Куда его надо определить? Вот сюда. Как сюда? У нас здесь с тобой все занято. У нас осталось 3 места. 1, 2, 3. Да. Какая форма подобна клоуну? Вот, какого, вот, ну, соседняя, смотри, вот сюда надо его положить, Дениска. Давай, папа тебе вот поможет. Сюда. Вот сюда. А вот сюда какой, смотри, из этих двух. Вот правильно взял, вставляй его туда. Вставляй. Вот это. Все правильно, давай я тебе помогу. И все, у нас остался последний клоун. Куда его нам надо? У нас где пустой? Супер! Смотрите, друзья, мы смогли собрать пазл. Мы попробовали понастраивать время, даже попробовали выставить стрелочки на определенные цвета. Мы уяснили с вами, что в часе 60 минут и что в сутках 24 часа. И они делятся ровно пополам, по 12 часов. Поэтому у нас циферки от 1 до 12, Динечка. Давай мы с тобой циферки сосчитаем. У нас идут циферки 1, потом 2, потом... 1. Ну, один мы с тобой уже посчитали. После двух какая цифра? Да. После двух. Три. Три. После трех идет цифра. Нет, после трех идет цифра. Три. Четыре. Потом. Пять. Потом. Какая цифра? Шесть. Потом. А потом? После семи какая цифра идет? Восемь. Потом идет цифра 9. Потом твоя любимая цифра 10. Потом ты говоришь как? После 10. 1? 1. На самом деле она называется 11. Вот, правильно показываешь. И последняя циферка, которая вот у нас на циферблате, цифра 1. 2, правильно. А в сумме это 12. Две цифры, 1 и 2, приставленные друг к другу. Это 12. Да, вот такие вот часы. Ребята, сегодня мы изучали цифры. С вами был канал Baby Go. Мы с вами прощаемся ненадолго. До новых встреч. Ставьте нам пальцы вверх, подписывайтесь. Пока-пока! Как ты скажешь? Пока, друзья!